Примите комфортную позу и закройте глаза. Сделайте несколько глубоких, медленных вдохов, дабы расслабить и успокоить тело и ум. Представьте маленького ребенка, который вам улыбается, котят, неуклюже играющих друг с другом, или что-либо еще, вызывающее у вас приятные и положительные эмоции. Далее вспомните ощущение от утреннего, мягко согревающего, еще не палящего жаром солнца. Представьте картину, как солнце светит не только на вас, а дарит тепло и свет всему живому и неживому, всем людям, животным, растениям во всем мире. Затем представьте самого себя этим теплым, согревающим солнцем, распростирающимся во все стороны лучами любящей доброты, и начните излучать эту энергию. Представьте самого себя этим теплым, согревающим солнцем, как будто вы это солнце. И вы простираете во все стороны лучи любящей доброты и начинаете излучать энергию. Представьте саму себя, как вы улыбаетесь. Нарисуйте свой образ в виде маленького и любимого ребенка. Или ощутите себя нынешнего сердца, полным любящей доброты. Или вспомните время, когда вы были счастливы. Искренне пожелайте себе что-нибудь хорошее. Почувствуйте это пожелание в своем сердце, а затем начните излучать его. Медленно и спокойно повторяйте про себя. Пусть я буду счастлив и благополучен, свободен от всех страданий, защищен от всех опасностей и болезней. Да буду я в мире и спокойствии. Да будет мой разум свободным от злости, жадности и неведения. Пусть мое сердце будет наполнено любовью, а ум обретет покой. Согласуйте эти слова с вашими образами. Найдите точные фразы, наилучшим образом раскрывающие ваше сердце полное доброты. Снова и снова повторяйте фразы, дайте возможность чувствам проникнуть в ваше тело и ум. Не напрягайтесь, не принуждайте себя, просто позвольте словам тонуть в вашем уме. Расслабьтесь, повторяйте фразы и осознавайте любые возникающие переживания и чувства. Всякий раз, когда ум отвлекается на посторонние мысли и фантазии, спокойно возвращайте его обратно к фразам. Сейчас представьте ваших родителей, вспомните о том, что они подарили вам эту жизнь, растили вас и окружали вас заботой. Совершенно не важно, где они сейчас, живы или уже умерли. Их любовь все еще в наших сердцах. И мы хотим вернуть хотя бы часть этой любви обратно. Пожалуйста, повторяйте.
после этого вспомните людей, которых вы очень уважаете. Кого-нибудь в своей жизни, кто по-настоящему позаботился о вас. Те, кто помог вам, воспитатели, учителей или других уважаемых вами людей. Нарисуйте в уме их образы. Теперь вспомните людей, к которым вы относитесь нейтрально. Теперь вспомните наиболее трудных людей в вашей жизни, кого-нибудь, кто причинил вам боль, или общение с кем давалось вам с трудом. Пожелайте, чтобы они также оказались исполнены любящей доброты и мира. Поразмышляйте о том, что этот человек также хотел научиться жить своей жизнью и совершал ошибки, как и все мы. Представьте, что вы хотите простить этого человека, так же, как другие люди прощали вас. Также является полезным инструментом для преодоления страха по отношению к людям или ситуациям. Если вы боитесь ходить к доктору, попробуйте направить на него чувство любящей доброты. Это может в корне изменить ваше отношение к врачу и ситуацию в целом. Если вы боитесь собак, змей или пауков, вы можете посылать любящую доброту им. После некоторой практики начнут развиваться стойкое чувство любящей доброты. Так что в течение 15 или 25 минут вы можете включить в свою медитацию много объектов, двигаясь от самих себя к благодетелям, любимым и далее ко всем окружающим, животным, живому и неживому на планете. Пусть ваша любящая доброта излучается на каждого человека. Пусть это чувство распространяется наружу, пусть оно охватит всю окрестность, пусть оно охватит весь город, где вы живете, пусть оно продолжает распространяться на всю страну, на весь континент и всех людей в мире, вне зависимости от расы и религии. Вы можете посылать любящую доброту всем существам в мире, всем людям, животным, рыбам, насекомым, медленно и осторожно. Дайте своей любви распространяться повсюду. Вы можете расширить свою любящую доброту на реки, на моря, на всю Землю целиком, на Луну, на Солнце, на все планеты, на Млечный Путь, на другие галактики и на всю нашу Вселенную.